19 августа – праздник Преображения Господня или Яблочный Спас. Приглашаем жителей Мариуполя и Приазовья на торжественную службу в Свято-Покровский храм села Боевое. Начало божественной литургии – 8 утра. В 10 часов утра – обряд освящения летних плодов и меда. Благодарность за дар Бога, благословенно им природы. В день одного из самых любимых летних праздников в Свято-Покровском храме у каждого верующего есть возможность, подобно Христу, преобразиться духовно, очиститься от мирских переживаний, вознести молитву о самом сокровенном. Хочу пригласить всех на богослужение, которое состоится 19 числа в Свято-Покровском храме село Боевое. Литургия будет в 8 часов утра, по окончании литургии будет освящение всех наших трудов, всех наших урожаев, всех наших начинаний. И вот мы должны стараться в этот день обязательно прийти, помолиться, осветить и свои дела будущие, и нынешние, которые Господь послал. И всех хочу также пригласить. Будем рады вас видеть, и пусть Бог вас всех благословит. Помоги, Господь.